Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня я хочу предложить сделать вот такую галстук-брошь. Работа несложная. Я сама делаю его впервые, поэтому не судите строго. А если вам нравится, то не забывайте ставить лайки. Мне это очень приятно. Кого интересует, оставайтесь со мной. Для работы я буду использовать репсовую ленту синего цвета шириной 4 сантиметра и белого цвета почти 2 сантиметра шириной. У меня вот такая заготовочка. Это осталось от старого ремня. Я ее использую. И нам понадобятся отрезочки. Один отрезок синей ленты 35 сантиметров, 35 сантиметров, три отрезка синих по 20 сантиметров, 1 белый отрезочек 32 сантиметра. И еще один белый отрезочек 20 сантиметров. Приступим. Отрезки лент 20 сантиметров. Перегибаем пополам и находим серединочку. И к серединочке приклеиваем кончики. Со вторым отрезком делаем то же самое. И эти два отрезка склеиваем вместе, складываем уголки. Через железную заготовочку я протяну ленту. И красиво расправлю. Через нее же протяну белую. И теперь на другой стороне заклею. Только заклею так, чтобы не было видно
Если я заклею посередине, то будет виден шов. Поэтому я сделаю его чуть-чуть убок. И заклею на этой стороне. Я подклеила вот шов, о котором я говорила, и склеила ленты между собой. И теперь можем приклеить на серединочку. Берем ленту 35 сантиметров и складываем ее вот таким вот уголком. Лучше зафиксировать булавочками. Белую ленту также складываем уголком. Образом и подклеиваем все. Подклеиваем белую ленту на синюю. Я подклеила обе части вместе, склеила между собой. И теперь я на сантиметр загну вот так внутрь. И со второй стороны обе ленты. И теперь примерно на сантиметр ниже приклею банту. Я соединила все части вместе, и чтобы крепить галстук, я буду использовать вот такую вот булавочку.
Для этого я вырезала кусочек фетра, приклею его к булавке. И теперь булавку приклею к галстуку. Фетр лучше закрепляется на ленте. Галстук готов.